Так, помчались. Попробуем. Я, правда, не знаю, как эти бомбы взрывать. Кстати, на самом деле, как их взрывать-то? Сейчас, минутку. Так, значение... Ну да, да, значение клавиш. Бой. Зарубь бомб... А, G. Все, точка G. Нажми на G. Интересно, вот они сейчас заметят или нет? Это любопытно. На всякий случай возьмем вот эту штуку. Но я так понял, они же приехали. Они сейчас заметят или нет ее? Просто если они ее заметят... Ага. То есть так они ее не видят, получается. Нет, смотри-ка ты. Интересно, а как тогда? Ну, то есть, а куда ее так? Под машину, что ли, как-то засовывать? Блин. А как ее тогда положить? Ну, то есть... Окей. А как ее тогда? Подождите, ну. Ага. Понятно. То есть так тоже не работает. Ну, то есть они все равно смотрят на нее, да? Есть, конечно, вариант еще один. Вот смотри, сейчас она под машиной вообще спрятана. Заметит или не заметит? Это любопытно. И будет ли иметь это смысл? Ну, теоретически... Нет! Ну, сейчас посмотрим. Так, не реагирует. Ха! Неужели не заметит? Блин, это прикольно. Вот он подходит. Вот они подходят. Смотри, слушай, нет, не видит, а? Блин, прикольно. То есть теоретически можно как-то минировать... Блин, ну а... Блин, а что ж каждый раз так тачку, что ли, подгонять? Черт, как-то не очень удобно. А где он? Ага, вон, вижу, идет. Посмотрим, даже хоть день обойтись без хиппи с их анти... Уходим. Уходим, уходим, уходим. Наступит времена почище. Бьется родная, в экстазе пылая. Владивосток 2000. Слушайте, ну интересно, конечно, да. То есть, убийство отель. Потраченное время перезапуск. Ну, извините. А, снайперская. То есть тут что-то как-то подразумевалось все-таки. Блин, ну знаете, за оригинальное прохождение тоже могли бы накинуть. Ну, потому что, блин,
Ага. Лестер. Готово. Знаю, отлично. Ну ладно, если появится еще что-то, дай знать. Обязательно, но сначала мне нужно тебе кое-что сказать. Наш инвестиционный портфель понемногу набрал вес, и я подумал, что нам нужны материальные активы, недвижимость, и поэтому мы купили дом в Вайнвуд Хиллз. Ну и ладно, ты в этом лучше разбираешься. И для минимизации налоговых выплат, ну, чтобы там кто-то жил. Парни уже перетаскивают туда твое добро. Ни хрена себе, типа мне уже не надо будет жить с тетей? Мать твоя, я даже не знаю, что сказать. Не говори ничего. Особенно, если придет человек в костюме. Ладно, шучу, такого, скорее всего, не произойдет. Он твой, пользуйся. Уис Паунд Драйв 3671. Где? Ой, прикольно. Ха-ха. Нет, подожди, это Лестер. А, вот он. Блин, клево. Поехали. Нет, сейчас мы сначала сделаем следующее. Сейчас я немножко тюнингану машинку. А, так, где тут у нас тюнинг? А, ну в принципе почти по дороге, там где будет резкий поворот. Сейчас, раз уж денег набрали, сейчас немножко тюнинганем. Ну, кстати, снайперку надо все-таки с этим. Козлина. Вот, кстати, действия игрока влияют на цену акций компании. Воспользуйтесь изменениями в ценах, чтобы заработать дополнительные средства. Ну ладно уж. Сейчас. Посмотрим, разберемся потихоньку. Может, я сейчас сильно не прав, может, что еще будет. Так, где-то справа, да, вот после того поворота. Так, сейчас мы мотоцикл потюнингуем, сохраним его там. Так, есть ли... А, вон она, вижу, ага. Вижу. Снайперское убийство, блин. Сами сказали, используй что-нибудь свое. Я использовал. И как по мне, у меня даже интереснее получилось. Все ж таки. Не самый оригинальный способ, но прикольный. Здорово, чувак. Да, давай все подряд. Во-первых, нет, цвет менять не будем, цвет мне нравится. Сейчас попробуем, подожди-ка сейчас. Краска. Основной цвет, хромированный, классический, хромированный. А, да ж так. А зеленый есть? Мне нравится. Красный, лавово-красный. Не, ну красный не надо. Красный, на красный люди неадекватно реагируют. Дайте зеленый. Мне очень понравился. О, темно-зеленый. О, давайте темно-зеленый. Ну, красивый. Я люблю зеленый. Матовый. А может перламутровый какой-нибудь зеленый? Перекрасьте. В смысле? Металлик. А, да, металлик. Где зеленый? Гоночный зеленый. Во. Хе-хе. Окей, так, цвет. Так, тормоза. Тормоза у нас стоят, в смысле, стандартные. А, я их не ставил? Да. Тогда поставим. Ну, вот так вот. Перекрасились и купили все виды тормозов на всякий случай. А теперь домой. Ну-ка. Потом, если... Нет, потихоньку будем этот мотоцикл тюнинговать, он мне реально нравится. Он прикольный. Ну, тут, в принципе, мотоцикл классный. Как я уже говорил, не единожды. Но его надо сейчас сохранить там. Надо. Надо. Так, дальше. Посмотрим, где это они мне там домик-то прикупили. Где-то же они мне его прикупили. Эй! Чё, Алёш? Чё надо? Конфетку хуй... Как это? Гамбургер ты, что ли, дай? Ухляш. Эх, я сейчас сам... Блин, зачем я про гамбургер сказал, сожрать захотелось? Так... Блин, чуть мне цвет меньше нравится, чем тот, который был. Какой-то он... Не самый... Самый. Не самый-самый.
Нифига себе, я себе домишку-то прикупил. Это новый дом Франклина. Здесь можно сохранить транспортные средства, паркуя их в гараже. Нормально. Неплохой такой домик. А давайте-ка сохранимся. Заодно... О, пошли с пёселем поиграемся. Эй, морда собачья. А где он? Он где-то тут. Это теплая куча дерьма. Подарок мне за то, что я тебе не что-то там? Да, похоже на то. Ну да, я прям в эту кучу дерьма нырнул, да? А, то есть даже прям так? Тут даже, тут прям нырять можно? Ой, дождь пошел. Ну давайте покемарим. О, аптечки. Так, аптечки вижу, переодевалку вижу. Короче, давайте сохраним игру, чтобы у нас и как бы мотоцикл там сохранить и все остальное. Тикс! Стыд. Стыд, спец. Давайте. Ну, 0-3. Спать в одежде. А что может быть хуже, блин? Спать в чужой одежде. Ну да. Так, где тут выход-то? Еще и второй этаж есть. Ёбка ломаная, нифига себе, домишка, блин. Да уж, на одной уборке разоришься. Куча каких-то приблуд, каких-то приколов. Да. Не мой дом. Абсолютно не мой. А, вон тут что. Все, допетрил. Блин. Ну, дождь, ёшкин кот. Ну, не хочу я под дождем кататься. Эту точку надо будет тоже улучшать потом. Так, куда мы сейчас едем? У нас есть буква Л. У нас есть буква П. У нас есть буква Б. У нас есть буква Ф. У нас есть хреново гора букв. Давайте сюда. Кто это? Беверли. Кто такой Беверли? Черт его знает, не помню. Поехали к Беверли, он ближайший. Посмотрим, что это за Беверли. Вдруг это Беверли Хиллз. Вряд ли, конечно. Но все-таки. Так. Или П. Подожди, стоп. Подожди, П это Беверли? Да. Что тогда П? Какой же это П, если это Б? Или это Беверли? Беверли как Беверли, Беверли как Беверли. Прости, милая, я тебя отремонтирую, может быть, когда-нибудь потом, когда перестану тратить деньги с такой бешеной скоростью. Оу. Попался. Достал уж так делать, придурок. А, ой, это ты? Ну как дела, кореш? Черт. Ага. Слушай, тебе что-нибудь интересное последнее время попадалось? Да, Тревор Филлипс. Но вряд ли тебе нужна его фотография. Стоп, погоди, а это не он был в мужском туалете? Нет. Нет. А черт. Тебе непременно нужно это услышать. Это просто зашибись, твоя мать. Дерьмо, это было больно. Ты не поверишь. У меня будет свое реалити-шоу. Честное слово. Я стану знаменитостью. Настоящей суперзвездой. Зарубаешься? Шоу про мою невероятно гламурную жизнь. Фу. Хорошо. О, да? Круто. А, черт. Только, знаешь, мне понадобится сотрудник, который будет делать мне фотографии. Не-не-не-не, слушай, такая затея не по мне. Да ладно тебе, чувак. Чего ломаешься? В общем, смотри. Просто если сможешь. То есть, мне не срочно, ладно? Да, вот что я сделаю. Отправлю тебе список имен. И пару ссылок. Сможешь посмотреть, кто это? Лады? Да, ну ладно, чувак, заметно, отлично, да. Эй, знаешь еще что? Обещаю, что слава меня совсем не испортит. Да, я боялся, что ты это скажешь. Да все нормально, все путем, я в порядке. Че, все хорошо?
что это нахрен вообще сейчас было? То есть он мне типа что, накинул каких-то левых этих... Ну как это, типа как список машин, только тут список имен. Так. Ну такое себе, честно говоря. Оу, нифига себе. Чудаки и прочие незнакомцы. Поехали. Нафига мне адекватные люди? Поехали, поехали, это интересно. Так. О, гонки. Кстати, а чё бы нет? Поехали. Прокатимся. Вот так. Ой, мамочки. Вот оно. Да вы охренели, сволочь. Ну куда ты жопой вперед-то, блин? Поехали, а! Така, в смысле? Ой. В смысле пропустил контрольную точку? Где? Машина не очень подходящая для таких вещей. И то, что ниговать надо. Зря я в это вмешался. Где я пропустил контрольную точку? Что за бред? Я, честно говоря, думал, что они сейчас напишут, что я этот нанес ущерб потом одному из участников. А мне говорят, что я точку пропустил. Это как минимум странно. Вы знаете, несмотря... Блин, чем-то даже Need for Speed немножко напоминает. Старые версии. Underground, естественно. Старые версии Need for Speed Underground. Первый, второй. Кстати, даже нет, первый. Вот сейчас вот именно вот вся эта глянцевость и так далее. Блин, когда я в свое время купил одну из топовых видеокарт. Да-да, был такой в моей жизни. Это было давно и неправда. Но все-таки я тогда считал стопом. Блин, как же она называлась-то, а? Короче, я не помню. Но на ней у Need for Speed появлялась размытость и максимальное разрешение. Тихо, чувак, не толкайся, блин. Отвали. Моя гонка. Отвали, сказал. Да, но этой машине, конечно, не хватает ускорения. Сильно. Видите, тут как бы ей турбонаддув вот этот самый нужен. То есть, видите, она, в принципе, скорость-то набирает хорошо. Ну, в смысле, максимальная скорость, я имею в виду, хорошая. Управляемость, в принципе, норм. Но вот именно в плане разгона, ускорения, плоховато. И вообще, кстати, управляемость на мокрой дороге тоже весьма неплохая, надо признать. Ну, в общем, да, тюнинг наше все. Тихо. Спокойно. Мы умеем пользоваться тормозами. Ах ты, гаденыша. Но все-таки это сделала. Он меня так сделает. Кусок говна. Я, конечно, все понимаю, но эта гонка когда-нибудь закончится, блин, или нет? Тихо. А, чувак, не угадал. Не пропущу.
Даже не надейся. Нечего. Блин, долго с ним соревноваться-то буду, надоели уже. Алло. Финиш давайте, ядрить вашу в корень. Я тут так не пойму, каким чудом держусь, блин. На первых позициях. Господи боже. По-моему, скорее всего, там ошибочная была надпись. Ну, то, что мне сказали, что я пропустил эту точку. Скорее всего, именно то, что я повредил одного из участников. Вот что было основное. Уже практически невозможно пропустить. О, вон финиш. Нет. Нет, нет, не позволю. Я первый. Я удержался. Ядрить его в корень. Есть. Дышите выхлопными газами. Вашу ж Машу. Никакого повтора. Идите нафиг. Нет, на этой машине можно. Пока-пока, милые. А, красота. О, 2250. Ну да, эту машину надо. Ей надо, во-первых... Короче, ей надо тюнинговать. Полностью. Надо будет сделать все. Тормоза, турбонаду. Все, короче, поставить. Но для этого сколько надо денег? Правильно, да? На Беверли, братан, есть инфа мест нахождения некоторых звездочек. Можно сделать классные фотки. Написал, куда ехать. Позвони, как доберешься. Там. А где что написал-то? А. Блин. Вот это, да? Черт. Ну ладно, поехали. Да дай проехать, козлин, а! Франк, не приходишь домой, обеспокоился, думал тебе позвонить, ты же никогда не берешь трубку, так что я решила что-нибудь разузнать и выяснила, что ты. Как-то общаюсь с твоей тетей и выяснила, что ты... Блин, где это? Я бла-бла-бла и выяснил, что не приходишь домой, потому что это уже не твой дом. Ты живешь в Вайнут Хиллс, именно там, где тебе не место. Мог бы зайти попрощаться, но просто, чтобы ты знал, сообщая, я была на пустыне на курсах инструкторов по упражнениям для диафрагмы таза. Я слишком долго была слаба в тазу. Но это уже в прошлом. Теперь я сильна, я буду руководить. А ты слаб, и не только как мужчина, но и как человек. Ты теряешь себя, и мне это не нравится. Ты никого не уважаешь. А что, если я хочу организовать дома центр искусств для женщин? А что, если я захочу устроить там занятия для диафрагмы таза? Ты совсем не думаешь о других. Но я всегда говорила, в канаве родился, в канаве сдохнешь. И это про тебя, мальчик. Я любила сестру, но, боже правый, сколько она совершила ошибок в жизни, в том числе родила тебя. А теперь прошу прощения, мне нужно испытать чувство безграничной любви, твоя тетя. Такой диалог обычно заканчивается тем, что вот все сказавшее вот это, либо оказывается с мощным фингалом под глазом где-то в канаве, либо просто посылается нахер, а вообще больше с ним никакого общения, никогда. Это абсолютно естественно. Фраза говорит, самая большая ошибка была родить тебя. Ну так я-то здесь при чем, блин? Меня вообще не спрашивали. Соединение. Ну, кого-то надо фоткать. Эй, йоу, чё как? Наша странная знакомая Поппи Митчелл только что пронеслась на огромной скорости, преследуемая копами. Прямо сейчас, чувак, она наверняка под кайфом. Езжай за ними, попробуй снять его в момент задержания. Преследуйте Поппи. Ну давай. Попреследуем Поппи. Поппи Митчелл. Поппи Митчелл, это та девочка, которая любит баловаться с задним парохода? Да-да-да, помню. Думаю, это она. Как же она там? А, ну да, это типа... В этом, в сериале про Люцифера тоже такая девочка была. Типа, когда... Малышка там и все такое прочее. Образ, так сказать, милой, симпатичной, невинной девочки, на самом деле. Ну да, это логично, в общем-то. Как, блин, можно поддерживать образ милой, симпатичной, невинной девочки, когда у тебя куча поклонников, куча бабла и так далее и тому подобное. Ох, едить твою в корень, нифига себе. Господин полицейский, вы это... На курсы вождения бы хоть сходили, что ли, а то как-то лихо у вас... Ну, то есть, реально, вот эти вот образы, неудивительно, что у людей срывает крышу.
конце концов. Как говорится, образ образом, а секса-то хочется. Это естественно. А что естественно, то не без оргазма. Это да. Но вы будете арестовывать, нет? Сэр. Сэр, 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 сэр. И каким, ваша мать, я вляпался в это? Ну, вообще, да, действительно. Ну, как каким? Я решил, так сказать, поучаствовать в этой фигне. А, ну, заодно посмотреть, сколько это денег принесет. Ну, просто, если он за фотки будет платить что-то адекватное, то почему бы и нет? Как бы, имеет смысл. А то ведь тоже, знаете... Момент задержания. Свернемся на обочину. Повторяю, сверните немедленно. Интересно, что они на меня внимание не обращают, да? То есть, как бы, идет еще одна машина. Выйти из машины. Не может быть. Этого не может быть. Очень даже может. Отойди от машины. Но я же знаменитый. Со мной такого просто не может произойти. Ну-ну. Блин, ну... Я видел твое видео, ты... Ух, и как понравилось? Да, супер, слушай, дашь мне автограф? Я все сделаю, только отпусти. Все? Все. На всякий случай. Отлично, теперь сваливаю, пока не поймали. Ага. Папарацци срыв. Центр событий. Пьяный мастер. И? Что это фото? Что тебе сказать? Высший класс журналистики. Маша маленькая секс-видео довела папе жопе до настоящего нервного срыва. Чувак, как самочувствие, побывав на передовой. Да, это тебе не война в Араке. И знаешь что, может было бы повеселее, если бы мне платили? Всему свое время, правда важнее. Я свяжусь с тобой. Ах ты ж кусок говна. Так. Ну давайте с этим разберемся. Интересно же. Любопытно. Ну то есть, чтобы был, так сказать, можно было сравнить, сколько он мне заплатит за то, за это. Так. Я так понимаю, это будет еженошная работа. Еженошная. Так, блин, надо будет все-таки заехать, подремонтировать машину. Тут все-таки это ж мое. А я к ней как-то неправильно отношусь. Но тут тоже проблема. С одной стороны, хочется мотоцикл полностью тюнингованный. Не, трейлерскую тему я выполнять не буду, ну его нафиг. Беверли. Йоу, чё, как, братан, сики такую тему. Ты знаешь принцессу Георгину? Эту напыщенную англичанку? Да нет, вообще-то. Она не часто заглядывает в Чемберлин Хиллз. В общем, говорят, что она не прочь выкурить косячок за королеву отечества. Сечёшь? И как раз сейчас она отоваривается дурью. Я хочу, чтобы ты встретился с моим агентом возле гипермаркета Чикос. Постарайся не выдать его, склады. Ладно, чувак, всё ясно. Я потом тебе звякну. А чё такого? Ну, курит косячки. Разве в Штатах это противозаконно? Ну, то есть я знаю, что у нас в России с этим как-то очень все печально. В плане того, что никак успокоиться не могут. Ну, блин, а что, в Штатах разве нельзя? У них там, блин, целый этот есть, как его. Целый город, можно сказать, наркош, блин. Эй, ты повер Беверли? Ну, по всей видимости, да. Они с той стороны, много охраны, на твоем месте я бы снимал с крыши. Окей, мне пора, этого разговора не было. Ясно, чувак, я все понял. О, с крыши. А как залезть на крышу? Тише, тише, у меня все прямо ковбой, безумная страсть, пурпурный плач, паника, все, что пожелаете. Чудесно, я беру все. Okay, give me a second. So like,
Back in England, my help would like totally do this for me. But they're like super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them... То есть британским долгоплательщикам дают им деньги, чтобы они защищали меня, ну типа служили мне, так что они... То они должны делать все, что я говорю. Ну типа даже если я скажу, шикарно, просто подтянет меня оттуда. Ага. Фу. Знаете, вот на... Но это было не очень удобно в плане прочтения. Но читать этот диалог я не буду, а то может сейчас действительно наваляют по башке. Так что лучше свалить. Лучше свалить. Ну и... Невероятно, чувак, этот снимок чистое золото, это круче, чем глобальное потепление. Представь заголовки на траве королевского двора. Я же разбогатею. Ты хочешь сказать «мы»? Да, Микаса, Тукаса. Ну, я тебе еще наберу. Сейчас я должен отправить это в печать. Все. Папарацци принцесса. Королевская гонка. То есть, типа, понятно. То есть, либо ты фоткаешь тихо, либо ты потом с ними гоняешься. Интересно. Ну, нет уж, спасибо. Так, будильник сказал «ква», да? Блин, еще что ли одно видео записать? Но больше таких точек нету. А съездить туда мне сегодня хочется. Так что давайте, да, перекурчик и еще одну запишем.